Сотрудники организации «Мир без границ» заканчивают установку современного индукционного оборудования в Национальной библиотеке Чувашии. Оно позволяет слабослышащим людям через слуховой аппарат получать звуковой сигнал без помех и искажения. Индукционная система может быть установлена в залах разной площади, актовых, театральных, на вокзалах, аэропортах, учебных аудиториях. Эта система не нова, но из-за высокой стоимости оборудование применяется редко. Для Национальной библиотеки приспособление необходимо, ведь частые гости здесь слабослышащие люди. Магнитное поле, которое создается индукционной системой, позволяет передавать любую информацию от источника звука в слуховой аппарат. То есть без посторонних шумов, без посторонних звуков, которые нас окружают очень часто, полноценно получают информацию от аудиоисточника. Будь таки микрофон, либо какой-либо другой источник звука.